Привет! Если вам срочно захотелось заняться распиловкой вдоль и поперек, сверлить и фрезеровать быстро и безопасно, а осуществить это можно с помощью универсального инструмента, а именно деревообрабатывающего станка Stark CWM2500. Вот так выглядит деревообрабатывающий станок CWM2500 от торговой марки Stark. Станок универсальный 5 в 1. Это новинка. Вы можете на нем проделывать такие виды работ, как пиление, строгание, фрезерование, сверление, рейсмусование. Женечка, я видела, что ты долго, упорно и усердно собирал этот станок, и с ним познакомился поближе. И вот теперь давай расскажи о нем всем. Итак, станок Stark CWM2500. Во-первых, это профессиональный многофункциональный станок для обработки дерева. Оснащен 5 основными функциями, необходимыми при обработке дерева. Как ранее сказала Анастасия, она их все озвучила. Мощность двигателя у него 2,5 кВт. Немножко он тяжеловат, 62 кг весит. Но с другой стороны, это плюс, потому как тяжелый станок замечательно держится на земле, то есть его не крутит, нам не нужно дополнительно его закреплять при работе с заготовками. Под каждую функцию станка монтирование отдельных модулей осуществляется индивидуально. Для того, чтобы у вас не возникло вопросов или же вы не прикрутили что-нибудь ненужное, всегда пользуйтесь инструкцией. Инструкция полностью на русском языке, там есть подробное описание для каждой функции. Так, кратко о технических характеристиках станка, смонтированного под конкретные функции. Начнем с функции строгания. Длина стола будет составлять 1 метр. Ширина его будет составлять 31,8 сантиметра. Угол строгальной линейки можно выставлять от 0 до 45 градусов. Разметка стоит на 0, 15, 30 и 45 градусов соответственно. У станка, подготовленного к выполнению рейсмусных работ, длина стола будет составлять 58 сантиметров. Ширина распила будет составлять 250 мм. Высота заготовки до 160 мм. Также необходимо отметить, что при этом всем скорость подачи заготовки предусмотрена до 5 метров в минуту. Перейдем к функции распиловки. Станок, смонтированный под эту функцию, будет иметь длину стола 75 сантиметров. Соответственно, ширину 25 сантиметров. Максимальная высота пропила составит 8,5 сантиметров. Стоит заметить, что при работе по распиловке заготовок станок может использовать диски диаметром до 250 мм. И последняя, но не менее важная функция по выполнению фрезерно-сверлильных работ. После выполнения монтажа всех необходимых модулей этой функции размеры стола у нас составят 37 на 20 сантиметров, а вертикальное перемещение стола будет доступно в пределах от 0 до 10 сантиметров. Дополнительно станок оснащен 16-мм патроном. И в завершение имеет смысл сказать, что станок действительно универсален. Все модули отлично подогнаны друг к другу. Никакого пластика, используются только металлические части. Окей, Женечка, спасибо большое. Вы смотрели компанию «Электромотор», наши деревообрабатывающие станки и очень-очень много всего. Смотрите вот эти вот ролики вместе с нами. С вами были Евгений и Анастасия. До скорых встреч. Пока-пока.